Всем привет, друзья, канал Насалим. В работе у нас Mitsubishi Lancer 10. Делаем шумоизоляцию. Как видите, разобрали салон. Краткий обзор по штатной шумоизоляции. Арки голые, крылья голые. Это самые шумные места. На пол немножко пролили вибро. Этим ограничились. Сейчас подготовим поверхность, все пропылесосим, обезжирим, будем клеить. Смотрим салон. На пол более-менее все пролили. Но владельцу данного автомобиля это не устраивает, поэтому он приехал к нам на шумоизоляцию. Подготавливаем поверхность, все это дело обезжириваем и приступаем клеить первый слой. Такой вот у нас сплошной ковер желтый получился. Как видите, все проклеили сплошным ковром. Все это тщательно прокатали. Задняя дверь. Багажник. Тоже, видите, все прокатали сплошным ковром. Арки, крылья багажника. Приступаем клеить второй слой. Закончили проклейку Mitsubishi Lancer. Показываю конечный итог. Такой у нас ковер получился. Сами видите, проклеили все сплошным ковром. Задние двери. Пол в салоне. Двери по правой стороне. Все, приступаем собирать